наверное, самое главное, что есть в романсе, это высокая поэзия. Есть даже исследования литературные на эту тему, даже диссертация о том, что романс, вот классический русский романс, это как бы безупречная поэзия. Есть даже такой термин – безупречная поэзия. Я, может быть, не совсем соглашусь, но то, что высокая поэзия – это бесспорно. И вообще вот этот феномен романса, смотрите, тексты чуть ли не с 18 века, а поют до сих пор. То есть что-то же есть в них такое, вот, что не дает им умереть. Какой-то сплав музыки, в общем-то, не всегда сложной, простой музыки, с такой вот поэзией дает такой вот какой-то эффект бессмертия. Окуджава. Я спою две песни Окуджавы. Первая – это грузинская песня. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? А иначе зачем на земле этой вечной живу?